Всем привет, с вами Рибор. Сегодня ночью на Комик-кон Сан-Диего показали первый тизер сериала «Ведьмак» от потокового сервиса Netflix. Давайте же посмотрим его вместе с вами, ну и как обычно в конце немножечко обсудим. Поехали! Почему-то мне уже нравится. Elves are the original sorcerers of the continent. When humans and monsters arrived, elves taught humans how to turn chaos into magic. And then the humans slaughtered them. Что это с ней? Chaos is the most dangerous thing in this world. But without control, chaos will kill you. Очень красиво все. So that's all life is to you? Monsters and money. It's all it needs to be. Или качанный Кавилл. По-моему, он стал больше, чем Супермен. Эпичненько, я думаю, будет. Прям очень классно все. Геральта нам, правда, очень мало почему-то показывает. О, прям мурашки, во-па-па. Прикольный был монстр в конце, правда, графоний, походу, еще не дотянул. Короче, друзья, трейлер получился очень хороший. Правда, я на него практически не реагировал, потому что, ну, не знаю, здесь как бы все так по-серьезному нам представили, то, что смехуёчков никаких у меня не вызывало, мне очень все понравилось. На всякий случай вам скажу, я не знаком с первоисточником, имеется в виду с книгами, я их ни одной не читал, очень сильно хочется прочитать, как-нибудь, наверное, наверстаю этот момент. В игру я играл всего лишь часа 2-3, наверное, за всю свою жизнь. Поэтому этот сериал я не буду сравнивать ни с игрой, ни с книгами. Он для меня, можно сказать, самостоятельное произведение. Я очень люблю фэнтези. Просто обожаю. И в последнее время на больших экранах фэнтези-фильмов практически не бывает. Хорошо, хотя бы ТВ не забывает про любителей фэнтези. Сначала вот была «Игра престолов», правда, она закончилась. Еще были «Хроники Шаннары», еще, по-моему, какие-то нормальные такие средненькие сериальчики были. Но вот «Ведьмак», я надеюсь, будет хорошей заменой игры престолов, потому что у него есть и первоисточники, как у ИП, поэтому создателям не придется придумывать велосипед, у них все есть, типа, можно переписать, и надеюсь, получится очень классно. Все очень сильно срали каст сериала. Я так не знаком с первоисточниками, не знаю, как персонажи выглядят в книгах, поэтому здесь они, в принципе, какого-то сильного негатива у меня не вызывали. Есть, конечно, девушки не очень красивые, извините меня, пожалуйста, если вы подумаете, что я сексист, нет, это не так. У меня есть свой вкус, и я его выражаю здесь и сейчас. Но, по-моему, каст нормальный. По крайней мере, не сильно бросается в глаза, как для некоторых других людей. Все остальное мне очень понравилось. Боевка классная, антураж шикарный, пейзажи и помещения просто великолепные. Вот немножечко в конце графон подкачал, а так все на высшем уровне. Я очень жду этот сериал, обязательно буду его смотреть. Надеюсь, вы тоже будете его смотреть, потому что, я думаю, получится очень и очень хорошо. Ну и давайте, наверное, заканчивать на этом. Если вам понравился видос, не забывайте ставить под ним лайки. Если не понравился, ставьте дизлайки, кто же вам будет запрещать. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте и Инстаграм. Все ссылочки вы найдете в описании. Также не забывайте оставлять комментарии по поводу моей великолепной реакции. Вот этого вот шикарного трейлера, мы его ждали все очень долго. Вышел он в 2 часа по моему времени, поэтому реакцию снимаю только сейчас. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока.